Всем привет! Вы на канале Салмар. Сегодня мы будем готовить запеченную картошечку в духовке. Для этого нам понадобится картошка, зелень, мы взяли укроп, 3-4 зубчика чеснока, майонез и соль. Картошку мы почистили и разрезали на половинки, такие вдоль. Так, теперь оставляем картошку в сторону. Нам нужно чеснок либо мелко порезать, либо продавить через давилку чесночную. Мы тоже порезали мелко укроп. Смешаем немножко укроп с чесноком. Добавим немножко соли. Немножко смешаем и добавим майонез. Это теперь все хорошо нужно перемешать. Теперь берем наш соус и нужно добавить на картошку. Хорошо промазать. Можно сразу складывать на противень, так как мы будем запекать. Мы промазали нашу картошечку. Теперь ставим в духовку и запекаем на 180 градусах примерно час. Все зависит от духовки. Смотрите, чтобы картошка была не сырая. Вот такая красивая картошечка у нас получилась. Укроп и чеснок дали очень приятный аромат. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет много всего интересного. Всем пока!